Где расположена станция.
на корабле. Я видел его очень давно. Русалка. Где? Куба. Коммунисты посягают на наши ценности. Наша свобода, сам наш образ жизни под угрозой. Наш план нанести удар в самое сердце Запада начал осуществляться. Его надо остановить, Вайс. У него нет страха, совести, слабости. Да, по всей Америке Драгович разместил агентов, ждущих сигнала для выпуска новостей. Мне сказали, что вы лучший из наших агентов. Самый лучший. Драгович, Кравченко, Штайнер. Не подведите. Драгович, Кравченко, Штайнер. Их надо убить. Мистер Мейсон. Альфа, мы видим русалку. Принято, Янки-1. Начинаем сближение. Мейсон, рули! Держать строй. Мы приближаемся к станции. Чёрт! По нам работают зенитки! Сваливай! Они нас знали! Группа Янки! Атаковать и живут справа! Принято. Конец связи. Yeah.
Перезаряжаюсь! Стоп, уйди! Закрытыми ящиками! Я подружаю! Работа пошла! Поле зрения! Минус один! Поле зрения! Заправо! Перезарядка! Прикрой! Залетел отсюда! Бросаю гранату! Не так уж и прост. Там совещание. Она под нами. Черт! Черт! Драгович начнет передачу. Штаб, это Альфа-1. Подтверждаем, русалка станция передачи. Поднимайте воздух. Мы уходим. Еще нет. Нужно найти Драговича. Через 15 минут флот США разнесет здесь все к чертям. Я допустил ошибку, не подтвердив убийство 5 лет назад на Байконуре. Может быть, ты под контролем? Это важно. Нужно убить засранца раз и навсегда. Сматывайся, Уивер.
У нас тут дело. Хадсон, видишь эти буи? Похоже, они передают из-под воды. Вот почему мы не смогли найти передатчик. Эта штука под нами. Она больше, чем просто станция вещания. Это станция снабжения советских подводных лодок. Часть плана вторжения Драговича. После запуска проекта Нова-6. Моим агентом, насколько все было бы проще. Дракович! Это просто! Я убью тебя!
сломать мой мозг. Не вышло. И не знаю. Пытался заставить меня предать своих. Пытался заставить меня убить своего же президента. Пытался. Давай, Мейсон! Мейсон, сюда! Все кончено. Победа. Ну да. Zero, 11, 24. 11, 1, 7, 19, 20, 10, 14, 2, 3, 19, 0, 8, 11, 22, 21, 5, 17, 17, 0, 10, 2, 23, 1, 8, 11, 25, 22, 22, 9, 4, 6.5 millimeter, 9, 23, 1, 12, 0, 12, 16, 11, 22, 6, 12, 8, 4, 1, 6, 2, 10, 2, 1, Texas. Ничто не стоит на месте. Все меняется. Таков закон жизни. И те, кто смотрят только в прошлое или только на настоящее, бесспорно пропустят будущее. Я сказал, бесспорно пропустят будущее. Я не расслышал. Премьер-министр Кастро, ракетный кризис стал последней соломинкой. Мы чуть сами себя не уничтожили. Сегодня мы пригласили вас сюда. Из лучших побуждений. Из лучших побуждений, чтобы найти решение проблемы. А он? Что здесь делает? Он же проиграл! Как я всегда говорил, прощайте врагов ваших, но помните их имена. Итак, господа, сдается мне, за всю многовековую историю человечества... Похоже, кто-то вломился внутрь! Просто ветер, Дик. Садись. Бог ты мой! Господин президент, похоже, в Пентагон проникли враги. Зомби! Господа, мы должны быть готовы нанести сокрушительный ответный удар. Только так можно пресечь любые попытки агрессии. Господа, по коням! Да здравствует революция! Ваше последнее слово, господин президент. Да, Джек, какие-нибудь пафосные слова ободрения для твоих солдат?
Не просите у Бога легкой жизни. Просите, чтобы он сделал вас сильнее.